Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Да, всем здорово, здорово. Надо успевать махать, подождите. Ага. Салам из ЕКБ на 140, конечно, пойду. Я же так люблю батлы под биты. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Здоров, сикфрик. Салам, брат, тебе тоже. Так, помахают. Надо махать всем. Нет, нога не выросла, друг. Она никогда не вырастет. Из Бреста? Блин, круто. Бресту тоже привет, наверное. Нет, это неспроста же. У меня сегодня траур. Я сегодня иду на рыбалку с дедом. Я сейчас в Сызрани. Вот, придется убивать рыб. Здорово, здорово. Да ладно, черт с вами. Не нравится, да? Ну и похер. Здрасте, еще раз. Ага. Доволен ли своим батлом с Династом? Да, конечно, я всеми своими батлами доволен, кроме батла с Сами Лиленц. На чем? На СМ? Что это? Чемпионат мира? Чемпионат мира? Или что? Конечно, болею. Я же российский человек. Нет, я не гомосексуальный оракул. Ну, всегда нужно немного давать красоты. Про пашотницу отвечать больше не буду. Никогда в жизни. Разъебал ли я Династа? Ну, это время покажет, знаешь. Время же, оно все расставляет по местам. Болеешь за Россию на чемпионате мира? Знак вопроса. Да, болею за Россию на чемпионате мира. Паровоза никто не может вывести, кроме его клона, мне кажется. И его сына, когда он подрастет. Ну и Украине тоже. Я просто не знаю, как по-вашему там сказать привет Украине. Привет. Привет с Украине. Украине. Наверное, так. Как относишься к Мирону? К Мирону? Да хорошо. Человек, он порядочный. Хоть и лысый. Крым с Браги, йоу, Браги с Крымом. Странно звучит, конечно. Так. Тут же еще всякие, короче, есть. Давайте я вот так вот сделаю. Типа я. Совсем не в Сызрани, а в Рио-де-Жанейро. Братан, батл же вышел, посмотри, нюхал я его там или не нюхал. Я, черт возьми, даже не помню, честное слово. Привет. Помахать надо, да. Я всегда забываю махать. Да, так я тоже порядочный, хоть и лысый.
Хотя я не совсем типа лысый. У меня отросло немного. Салют, Стас. Салам. Спасибо большое. Ты тоже мой кумир. Как отношения в команде? Все друг к другу относятся с уважением или кто-то как изгой? Да, у нас Парагрин изгой. Он постоянно ходит куда-то на реку. Какие-то ритуалы проводит. Я не услышал, откуда там приветы. Короче, приветы всем. Димао, гулять пойдем. Ну, блин, наверное, в пятницу можно будет, мне кажется. Там же типа ночь музыки какая-то в ЕКБ. Там Noise MC будет на терке. Сколько стоит? Она бесплатно, чувак. Она единоразовая и бесплатно. Черт возьми, не знаю, какое у него потомство. Привет всем. Глебара, здорово. На какой камеди? На камеди батл? Нет, спасибо большое. Не хочу. Спасибо. Я тебя люблю. Больше жизни. Сахалину привет, да. У кого у нас команда дружелюбнее, чем у Смоки? Братан, ты что-то путаешь. А, вот, ты все, исправился, молодец. Заразил бы Парагрина сифилисом, чтобы попасть в финал вместо него. Так Парагрин и так уже сифилитик. Ты видел его нос? Что ты выберешь, Епифанцева нахуй послать или Майлза разъебать? Майлза зачем мне его разъебывать? Он хороший парень. Самый сложный противник для меня. Только я сам. Как я пришел к батл рэпу? Ничего, смотрел батл рэп, потом на слово ИКБ открылся набор заявок, я сдал заявку и пришел в эту шалаву. Вынесу ли я ПМа? Так, знаете, батл рэп же такая вещь, что может произойти любое чудо, а я считаю это чудом, конечно же. Я Бонхед. Или кто там, блядь, еще. Нормально живется. Хожу потихонечку. Какой, блядь, цыпленок? Там же птенчик был, а не цыпленок, друг. Опять вы все путаете. Не путайте, пожалуйста. Больше ничего. Зачем мне Димасте говорить, иди нахуй? Димас-то в жизни очень позитивный человек. Респектует. Спасибо, ты тоже охуенная. Ташкенту тоже привет. Тогда уж, раз уж привет из Ташкента летит. Ну, не знаю, не знаю. Нужно дождаться батла, и там уже будет. Как тебе прошлый батл ПМа? Не кажется, что он был слабоват, если сравнить прошлый его батл? Я не могу оценивать батлы ПМа, потому что это из того разряда батл рэперов, на которых типа я могу смотреть. Это тоже вечно, это как допустим, Дима Шум, когда он на битах, или как Сектор, потому что они говорят какие-то вещи, которые мне заходят. Батл с Династом прошел. С кем на третьем этапе батлишься? Ну там же уже типа выложили картинку, гляньте. Так. Нет, он же проходил в Москве, а я сейчас в другом культурном городе. Майкопу тоже привет. Ну, у меня вообще типа есть в планах, конечно, мыслишка такая, забатлить под биты, но я что-то переживаю. Я, может, сделаю это на родной площадке и ЕКБ как-нибудь, просто ради фана, чтобы, как бы, знаете, проверить свои скиллы. Так, старая школа или Сойер? А Сойер у нас свежий, да? Ну, тогда, наверное, старая школа, не знаю. Сойер, да, хороший парень. Типа, наверное. Лойс, не отвлекайся, Мань, не отвлекайся.
За фото не за что. У меня вот телефон садится, это меня бесит. Маня, пиши давай там что, черти, не знаю, делай что-нибудь уже. А не отвлекайся. Так, выложили на втором, а не на третьем. Че, я вообще вас не понимаю, ребят. Выложил ресторатор же что-то куда-то, по-моему. Если нет, еще, если вы ничего не видели, то я ничего не скажу. И ключик выкинул. Ох. Когда финал Фрешблада, кто ж его знает-то? В следующем году, наверное, только. Не за что. За фото вообще не за что. Привет, волосатый. Виктория или белый медведь? Да, конечно, нет. Вообще лучше, короче, голубяна. Ну, вы, наверное, не шарите за такие ягоды, как голубяна. У нас в деревне они росли на ну, и до сих пор растут, правда, сейчас меньше, на поле. Очень вкусные ягоды. Сложно ли тебе не зазвездиться после ФБ? Да, блин, просто к чувакам, которые, на которых это свалилось неожиданно, им, наверное, сложно. А так как такие, как я или Гриша, которые уже имели какой-никакой опыт общения после каких-либо батлов, это уже, так, не кажется проблемой, конечно. Брат, как ты шок от... Как ты к шоку относишься и что-то там хотелось бы узнать? А, к шоку, да, хорошо отношусь. Только не понял его пост, конечно, про свадьбу и с закидыванием бабок. Но это личное дело каждого. Я не считаю, если я не знаю человека лично, мне кажется, глупо какие-то выводы делать. Ну, это не относится, конечно, к Чикатило, допустим. Я на игле сижу, колюсь героином. Был в Перми, в Перми не был. У вас, говорят, очень красивые закаты. Так ты не отвлекайся, ты закрой Инстаграм и все. Вот и все. Вот одно решение. Там есть кнопочка где-то на телефоне «Закрыть Инстаграм», специальная такая. Самым сильным и самым слабым в противоположной команде. Да в противоположной команде все нахуй слабаки ебаны, блядь. Да не, шучу, конечно. Да я не знаю, ну блин, все парни по-своему. В этом и прикол, как мне кажется, что набрали ребят, которые в разных аспектах тащат. Вот. Слово «Пермь». Слово «Пермь» не стоит, я думаю, открывать. Потому что вы разъебете. Нет, хлеб я у тебя покупать не буду. Так тебе это не должно быть интересно, Мань. Я, конечно, я всю жизнь... типа в андере, потому что мне кажется, вылезать из андеграунда это зашкварно. В своей команде вот идентично абсолютно, идентичный ответ предыдущему вопросу про противоположную команду. Враги разъеби. Да, в Беларуси был, брат. Не, ну хочу в Минск, пиздец. Минске заебись. Я, кстати, треков «Шока» мало слушал на самом деле. Вот. Ну, батл рэп, да. Но треки его музыкальные, некоторые мне вкатывали, вот которые последние выходили, а вот старые я что-то не это. Как тебе, Леха, медь? Это я из личных интересов спросил. Да, блин, нормальный парень. Занимается делом, которое ему нравится. Круто. Слово «черкаши». Окей, хорошо. Завтра открою. Нет, пи-пи-пи я говорить не буду, друзья. У меня сегодня день без пи-пи-пи. У меня же принципы есть какие-никакие. Браги против Леха Меч. Не знаю. Зачем? А то есть, типа... Вне турнирок вообще какие-то батлы должны, по-моему, быть реально с более-менее обостренным конфликтом. Иначе для чего? У меня к Лехе никаких претензий нет. В армии служил? Нет, не служил. Слава нахуй Богу.
Нахуй Минск, брат, давай в Брест, тут тоже заебись. Ну, наверное, и в Бресте заебись, но в Минск-то я все равно хочу. Рука затекла, короче. Я устал держать тут этот прохладительный напиток. Видите же пальмы у нас в Сызрани здесь. За Б, за Б кого угодно вообще вынесет. За Б это же монстр батл рэпа. Вы видели его батлы? Вот и не задавайте больше этих глупых вопросов. Так, надо, я думаю, какую-нибудь другую штуку поставить, потому что это меня уже заебало. Друг, ну это же все вот, вот где-то в сердечке у нас, вот это вот поле родное и прочее, поэтому неудивительно. Мог бы и поплакать, не надо было сдерживаться. Ну, как бы пореветь нормально. Подлетай в Севастополь. Да, конечно, сейчас вот это, в Севастополь прилечу. Блин, братан, я не добавляю в друзей ВК людей, которых я не знаю лично. Это мой второй принцип по жизни. Я капитальный красавчик, это факт. Трудно ли будет писать текст на ПМа, при том, что тебе он нравится? Ну, конечно, в этом и, типа, проблема. Есть люди, которые мне не нравятся, на которых легко писать текст, хоть там и не очень хороший, допустим, но зато от души, понимаете? Приветы? Кому? Кому? Могу передать привет кому угодно вообще. Да, помню, было дело. Мы с Антохой дрочили на рекламный стенд, да. А Дима Шум нас снимал. Почему за Б после отбора не начал батлить в ФБ, в третьем ФБ? Ну, потому что ему это не надо было. У него, как видите, дела идут замечательно и без третьего ФБ. Поэтому как-то так. Так, я что-то хотел другое же поставить. Просто в очках потусю. Мне 26 лет. Как относишься к батлу за Б против паровоза? Не слишком он жестко зачитал? Да нет, конечно, паровоз этого заслуживает. Вы видели паровоза, блядь? Он все это заслужил. Почему не отвечаю ВКонтакте? Потому что, наверное, не знаю. Не знаю, почему. Есть у меня в друзьях вообще, нет? Если нет, то вот, наверное, по этой причине. Салам Ингушетии передаю. От сердца к Ингушетии летит. Привет собаке гнойной и маленькому фашисту тоже. Какой я чай пролил, я не помню. А о, я, кстати, блин, я слышал, что он крутой, но я не смотрел его батлы. Типа, но я слышал, надо, типа, наверстать это. Вот. Как, кто твой next соперник на фрешке? Чуваки, есть уже, по-моему, инфа. Уже есть где-то в Твиттере, там у Рестера, гляньте. За Б зачем пришел, ну, сказал, что хотел и ушел. По-моему, все очевидно. Так, новые очечки видели? Сейчас еще другие. А, вот такие у меня больше. Почему Сектор такой крутой? Ну, у него это в крови, откуда я знаю? Как относишься к творчеству Гнойного? Ну, своеобразно отношусь. Что-то нравится, что-то... вообще не нравится. Но он делает типа в кайф, и это заслуживает уважения, по-моему. Да чё в ВК отвечать? Чё там вообще можно такого вам ответить, чтобы порадовать? Я не знаю, ребят. Вот я здесь в очках сижу. Вот в таких вот, опа. Я как Гоукила, только мультяшный Гоукила. Салам, привет, всем здорово. Бови? Нет, Бови, он питерский. Ну, типа, не коренной, по-моему, питерец. Хотя, не могу быть уверен, но он в Питере живет и работает.
140 смотрю, ну, вообще, ну, вот первый сезон ты имеешь в виду, да? Конечно, смотрел, топил за Диму Шума, за самого топового батл-рэпера на битах. Зяблик, тебе салют. Тишка, Божик, Газон, салют вам всем. Насколько часто буду запускать прямые? Да не знаю, по настроению, сейчас мне просто, типа, особо делать нечего. Забатлил бы еще на Фиделио, конечно, Фиделио это топовая площадка на данный момент. В ЕКБ самое охуенное. Не знаю даже. Наверное, его... Да хуй его знает, все тут заебись. Да не, я вряд ли ее сохраню, но есть тут один паблик на Ютьюбе, который занимается этим. Я думаю, за ними не заржавеет. Когда батл выйдет, слушай, не знаю, вообще даже вот, не то, что не могу сказать, просто не знаю. Сохранять, так, шумно, та-та-та-та-та. Ладно, нужны новые какие-то штуки. Нет, уж с ушками оставить не буду, я ж не долбоёб какой-то. Здравствуйте, здравствуйте. Всем привет. Почему ты опять здоровый? Мы с тобой здоровались же уже. Ладно, уберу все нахер. А, да, Павлин, я путаю, короче, это все сложно для меня. Сохрани, пожалуйста, хочу потом пересмотреть, ибо убегаю, и для рэп-перископа, а то контент потеряю. Так я весь прикол, что они каким-то образом сохраняют, они какие-то волшебники, они сохраняют, когда я не сохраняю трансляции. Это очень странно. Это работа их, видимо. Данил Тихненко, привет. Рэп-перископ, майки.орг. Да, наверное. Как отнесся к судейству против этого Шпалова, который орет, что попало? Да нормально отнесся, господи, как... Сколько людей, столько и мнений, ребят. Вот другие бы три человека сидели, были бы другие слова, там еще другие бы три, другие. Это же все, типа, так. Нет же каких-то определенных, вот прям, какой-то балловой там системы критериев. Все оценивают по впечатлениям, по предпочтениям и прочее дерьмо. Киеву тоже привет. Если за Б после ФБ... Еще раз. Если за Б после ФБ через месяц-два позовет на Лигу 1, пойдешь? Да не знаю, я типа вообще, наверное, после ФБ, может, с батлами-то и подзавяжу. Не знаю еще до конца, но есть такое ощущение. Салют, салют, салют. Ты спортом занимаешься? Ну, когда как. Раньше занимался плотненько. А сейчас времени что-то вообще нет. Видели, какой я, блядь, толстый стал, некрасивый. Парагрин вывезет Микси, Парагрин кого угодно вывезет. После ЗБ. Да никаких не сделал, типа, выводов. Вообще пофиг. Типа. Делаю то, что нравится. Брат, можешь еще раз... Бля, чуваки, все, давайте с приветами подзавязывать. Еще раз, Зяблику, Тишке, Божику или кто он, да, и Газону, вот, привет. Все, больше не буду приветы передавать, а то я начинаю чувствовать себя неловко. Но он вывозит только за счет шоу, которое он устраивает. Ну, возможно, ну, блин, я тоже, в принципе, только за счет этого и вывожу, какая разница. Почему я работаю? Я на работе сейчас с дедом на ловле рыбы. Будем кидать невод в реку. Что текст минус? Я ничего не понял. Муфаса, ну, кстати, он прикольно против этого. Не помню, против кого сделал. Ну, мне понравились какие-то моменты. Так, чуваки, у меня остается очень мало процентов зарядки, поэтому скоро будем... Мало у меня времени. Мало, Маша. Ёбни альбом свой и фитони с тупаком. Окей, хорошо. Бро, бро, только с тупаком и буду фитовать. Больше надо гулять с девочками по вечерам. Короче, Виктория — это садовая клубника.
Маня, все, иди работать, ты что начала-то уже, а? У тебя там кипит все, все сроки, а ты тратишь время на что, на батл-рэп. Нет, она не белая, короче. Я вообще ни разу в жизни не видел белую клубнику, мне кажется, это все фейк, это вымысел. Здорово. Урал Сила — это факт. Это факт. Здорово, здорово всем там. Турбина туриста, да, слышал, но мне не нравится вообще. Я, если хочу какой-то такой музыки, я лучше Die Antwoord послушаю, например. Или Die Antwoord, или как они там называются. Ну, короче, Юланди и Ниндзя. Сейчас-то какой вечер уж, ты что, побойся бога. Блин, ну круто, я вот не видел. Когда увижу, тогда поверю, а пока не верю тебе. Футбол, да мне так-то поебать на футбол, но Россия играет и, типа, есть какое-то все равно стадное чувство. Да, у меня в натуре одна нога, что? Над инвалидами смеяться будешь, что ли? Жесть, у меня из-за вас зарядка вся тратится. Какие батлы? Батлы живут и процветают в стране, в нашей. Ксиду и Рэму очень хорошие, обожаю их музло. Это, наверное, тот случай, когда на концерте можно, блядь, выстрелить себе в голову просто от драйва, по-моему, вот. А так, Сидоджи же залетел на фиты, на альбом Кида. Послушайте, кстати, альбом Кида. Вот. Как там его зовут? Этноис или как-то так, короче. Он там поет, в общем, это совсем другой формат для него. Да меня уже как бы вот, типа, скорее уже немного подбешивает, потому что, господи, это такой баян просто уже. Это так обсосали со всех сторон, что нереально. Бля, чуваки, у меня тут нет кабеля USB. Тут же, блядь, Сызрань. Тут электричество-то провели вчера только. Здорово, здоровчики всем. Респеки. Ну, конечно, я же завтракал. Да, это Nice, вот, зовут. Лирика пиздец там, да. Вот. Поэтому слушайте. Потому что Кит — это тот, кто через пару... Может, через годик, через пару годиков нахуй разъебет всю вашу игру, блядь. Оппонент мечты? Да хуй его знает. Не знаю даже. Я норм. Вот. Дед пока червей копает. Я вот с вами тут общаюсь. Оппонент мечты, ну черт его знает. Не знаю. Не Кире, наверное. Щеки норм. Это мышцы. Фитонешь с кем-нибудь с площадки? Ну, скорее всего, в будущем что-то будет, поэтому ожидайте. Я про Алекса Мерсера знаю только то, что, блядь, он ёбаный персонаж игры Прототип. Все, который разъебывает весь город. Cooking Machine. Что Booking Machine? Спасибо, что ты написал Booking Machine, но я не понимаю, зачем. А что думаешь по камбэку Джонни и его клипам? Ну, блин, это слабовато для камбэка, короче. Такое себе на самом деле. Я думал, что он... Если когда он выстрелит, типа он выстрелит прям вау. А он выстрелил такой, ну, бля, так себе, короче.
зяблика, да хуй знает, всех бы забатлил, нахуй. Разъебал бы, бля. Всех, бля. Если бы. Да нихуя. Всем проебу. Да не, шучу, шучу. Да, конечно, проходил, блядь. Кто его не проходил? Покажи мне этого человека и... обоссы его. На ФБ есть наркоманы? Конечно, Гриша Парагрин. Он героинчик. Чисто рофл. Рофлишь? Красавчик. Обожаю рофлы. Рофл, рофл. Рофл. На ФБ есть алкоголики, это Палмдропов. Сид очень талантливый. Это дед у меня едет, червей накопал. Дед! Всем здорово, кто пришел, тот еще гремлин. Конечно, вот этот альбом «Монеточки» я репичу уже, блядь. Ну, с момента его... Ну, практически с момента выхода я о нем не сразу, типа, не сразу его послушал, но он топовый. «Монеточка» — топ, бля, я просто ее обожаю. ЕКБ — forever. Да. Короче, ребятушки, наверное, будем... к концу подходить, потому что у меня осталось 4%, а мне еще бы как-то что-то еще бы сделать. Фит с дедом, но если дед захочет, запишем. Если он не умрет еще к тому времени. И, блядь, Палмдропова я перебухаю, я, блядь, перебухаю вообще всех, кроме, наверное... Ну, не знаю даже такого человека. «Монеточка» — это рэп или хуй знает что? «Монеточка» — это... это все-таки... хуй знает что. Прекрасная, восхитительная, хуй пойми что. Я не знаю жанр. Не могу определить. Вот. Сойер, здорово. Ксавьер. Ксавьер, профессор Ксавьер. Вот. Ну все, ребятки. Давайте, короче, вы там не болейте. Привет там передавайте друзьям своим, родственникам. Кушайте много, кушайте вкусно, как говорил один великий блогер. Поэтому...